Комплекс, возводимый компанией «ЮАСстрой» на Можайском шоссе, призван решить целый ряд проблем. Вблизи него планируют организовать сотни парковочных мест, а также построить детский сад. И это лишь начало глобальной реконструкции микрорайона 6-6А. Мы реконструируем весь микрорайон 6-6А в городе Одинцово. И дом идет под переселение с ветхого жилья города Одинцово. На этапе строительства нередко возникают ошибки и недочеты. Проблемы с безопасностью организации труда выявляют такие федеральные органы, как Главгостройнадзор. На этот раз внимание службы привлекла именно стройка в Одинцово. Проверка в ноябре выявила недоукомплектованность пожарных щитов. Вопросы возникли и к хранению стройматериалов. Застройщик все устранил в кратчайшие сроки, подал нам извещение об устранении. И, соответственно, мы в рамках этой проверки, в рамках устранения нарушений вышли на проверку. Она считается внеплановой. Крупных нарушений не было, слава богу, но так мелкие, которые они выявлены, устранены. Ну, работа непосредственно с надзирающими органами у нас поставлено нормально, то есть они не привзято к нам относятся, но требуют. Застройщик отметил, что подобные проверки госорганы проводят регулярно, однако признает, они необходимы. Именно контроль надзирательных органов позволяет соблюдать необходимый уровень безопасности работ. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».